Сегодня 27 октября. Зима на носу. А у нас, смотрите, что. Это я сейчас еще темно. Девочку провожала. Смотрите, розочка. 27 октября. Возле дома. Это спереди. Я сейчас покажу, что у нас там сзади дома. Так. Ты хочешь гулять и... Гулять и хочешь? А еще, видите, темновато. Ну, я попробую. Утро раннее, 7 утра, 8 час. Ой, это улетело. Так, простите. Смотрите, в Инстаграм фоточку выкладывала. Здесь он кажется белесый, потому что сзади лампа. А так он желтый-желтый. Сейчас я попробую лампу выключить. Лампочку. Уже светает уже. Да, видите, он желтый. Желтый, красивый. Это моя рука. Он огромный, просто огромный. Такой красивый. Еще сюда тоже. У кого-то, если Инстаграм нет, сюда вставлю фоточку на свету, как я его сфотографировала. Такой нежный. Я его подвязала. Вот такой вот. Цветочек. Почти что ноябрь, уже несколько дней ноябрь. Ладно. Сколько опять нужно грабить? Сколько чистить нужно? Эти листья собирать граблями. Ой-ой-ой. Спереди дома и сзади. У меня еще мозоль этот-то не прошла. А уже новую нужно этот делать. Мозоль. Ну ладно. Помидоры и лимон, по-моему, я говорила, что мы занесли домой. Дома теперь. Там Виталик распилил. Короче, некоторые ветки там убрал, которые на крышу не спадали. Он их спилил. И он распилил так на такие маленькие поленчики. Не знаю, как сказать. В общем, можно будет костер из них сделать потом. Прохладно еще. Но сегодня, завтра, послезавтра. Короче, эти дни то ли бабье лето, то ли что. Не знаю, такая теплая погода днем. А вчера было где-то 24, сегодня будет 26. Завтра, послезавтра, суббота, воскресенье будет. Сегодня пятница, надо сказать. То есть выходные дни будут по 27 градусов. В понедельник будет 28 градусов днем. Но это, конечно, ни вечером, ни утром, ни ночью, потому что в остальное время, кроме дня, там прохладно. Вот сейчас 12 градусов. Так вот я в кофточке, но мне хочется домой зайти. Плюс 12, естественно. Не знаю, какой ноябрь будет, но октябрь очень теплый, хороший, приятная погода. Просто восхитительная осень, приятная. Вот, так что, да, много красных деревьев фотографировала, где-то в Инстаграм, по-моему, выкладывала. И что еще хочу сказать, что, да, посмотрим, как ноябрь, но пока вот октябрь очень хороший. А потом, после того вот этих деньков, где-то через дней, через пять, один раз будет ночью даже минус один. Вот, и там днем уже 14-15, вот так вот. Это уже ноябрь будет, начало ноября. Посмотрим, да, Дзек? Пока Дзек только и бегает. Гуляет целыми днями, белок гоняет, сказать, это прям работает, непочатый край, сказать, здесь там. Ну, просто вообще не знаю, как я жил без этого, без этих белок. Да? Ай, птицы поют. Надо им насыпать еды. Так, чем девочка завтракала у нас? Яйца ей сварила вчера еще. Это витаминки, шиповник. Это как крекеры такие. Они чуть-чуть солоноватые, почти безвкусные. Такие. Ну, для меня вкусненькие, но я сильно мучную не ем. Вот. И были макароны по-флотски. Покажу. А вот, кстати, лимончик стоит. И помидорки сюда занесли. Я не знаю. Занесли из-за вот этих цветочков. Но мне кажется, что они уже практически ложные. Вон сколько их.
что вряд ли помидорки будут. Но надежда, как говорится, остается. И будем посмотреть, вдруг помидорки еще пойдут. Нет, так успеем всегда выкорчевать и выкинуть, правда? Вот один куст уже выкинули, потому что он бестолковый, он практически не плодоносил. А этот лимончик-то у нас будет. Там, я уже говорила, там есть эти такие маленькие плодики. Так-с. Здесь у нас перчик, но что-то не больно-то этот. Какой-то тогда его град побил. Он так рваный и стоит. Но мне кажется, сюда занесли. Да, он покрепче становится, покрепче. Был совсем слабенький. А, на улице, не знаю. Тут и света, в принципе, ему достаточно от окошка. И теплее, видимо. Здесь даже не знаю, что посадила, уже не помню. Тоже какой-то слабенький. Но постараюсь удобрять, что-то, может быть, получится. Пока не теряю надежды. Это хочу зеленый лук вырастить. Вот. А, я же сделала камбучу. Это ложка, это я сегодня мешала. Не обращайте внимания, это я вот делала этот... Камбучу сделала, как называется-то, чайный гриб. Вот. И такой классный, как квас-напиток. Это я готовила, как я уже сказала, не обращайте внимания. Была плита с утра чистая. Вот. А, это с крышки натекло. С этой сковородки нет у меня крышки, поэтому... Она чуть-чуть больше, чем сама сковородка. И по ней стекает, и вот туда. Ну, что делать, короче, надо искать подходящий вариант. Но мне пока не до этого. Вот, макароны сделала по-флотски. Причем фарш, обычно мы говяжий. Но тут что-то захотелось мне. Я купила индюшачий, да? Турка-то, терка. Короче... Индейка, да, наверное. Правильно, индейка. Индюшачий фарш и туда всякие вот там кое-что приправки. А еще, знаете, что потерла туда кабачок. Я шепотом, хотя я знаю, ела уже в школе. А просто так, чтобы это секрет. Это наш с вами секрет. Чуть-чуть кабачка потерла, чтобы Ева поела кабачка. Незаметненько. Вот. И с макарошками. Макароны она любит. Ну, мы не, как бы не... Часто это делаем. Но иногда Ева, так как любит, делаю. Вот такие дела. И с собой положила это. Потом чуть-чуть кусочек хлебушка и колбаски такой, как салями. Апельсинчик, яблочко. И воды. Да, по-моему, все. Ну и этого тоже в термос горяченького. Ой, ладно, надо собираться мне уже тоже по своим делам. Ну все, пока-пока. А хотя, что пока-пока? Сейчас мне нужно вот Ева тарелку, в которой ела. Я ее утром не заставляю мыть посуду, потому что утром такое все. Я даже я не мою прям сразу, потому что не хочется там опоздать, то все. А потом прихожу спокойно этот мою. Это сразу сполоснуло, потому что оно забивается, потом сложно мыть. Кастрюлю сразу помыла, в которой макарошки варила. Тарелка ее, стаканчик. А, сок еще тут у нее. Это сейчас помою. Плиту протру. Вот. Здесь на доске резала. Чистила апельсин, резала яблоко и хлебушек. Что-то корочка такая твердая. Я ей обрезала эти корочки, края. И там помягче хлебушек был. Что-то мы как-то много получилось хлеба закупили. Как-то так получилось просто. Забыли, что уже есть. Короче, в морозилке лежал один из хлебов. Я знаю, что многие, даже в магазинах я вижу, что замораживают. Уши просто холодные, я их пытаюсь греть. А, и этот хлеб, видимо, после заморозки, он какой-то края... Ну, эти корочка, может, твердее, а может, сам по себе хлеб такой, короче, вот так. Но я видела в магазинах, я даже в русских магазинах замороженный покупала, потому что, видимо, быстро не раскупают. И чтобы не портился, чтобы не быть, ну, не в убытке быть. Замораживает хлеб. И я что-то думаю, да, и заморожу.
Вот. А, да, это самое, сейчас расскажу. Виталику пришлось еще один раз уехать. Хотя, ну, мы много здесь искали по местности работу. Я и в группы местные давала объявления по кондиционерам, либо локал на траке. Вот. Но как-то все не... То там, то здесь что-то не сходилось, знаете. То уже взяли кого-то, то еще какие-то. Ну, как-то не получалось. Пришлось еще раз выехать на траке на дальнее расстояние. Надеюсь, что это последний раз. И уже потом здесь, за это время, пока он ездит, найдется здесь работа. Потому что удочек закинуто много. И ждем тут, позваниваем, созваниваемся. Я Виталику кидаю, что тут мне дают, что я сама нахожу. И чтобы Виталик уже звонил сам. Вот, и как только, так сразу, короче, чтобы здесь уже не уезжать из дома надолго Виталику, а дома здесь работать. А у меня радость вчера. Я же вам говорила, я как Amazon инфлюенсер начала еще работать. А сама такая, тогда, когда сказала, я немножко недопоняла систему, ну, в плане, что мне казалось, что мои видео уже пропустили, значит, одобрено. Мне стали этот обламываться волосы там, где, видимо, этот осветленный. И вот, я такая радостная, такая думаю, о, все. А оказывается, смотрю, у меня что-то не начисляется эти денежки. Я там спросила тоже в группе, что у всех так долго. Они такие, если ты сделала все правильно, то значит должно уже быть начислено, ну, деньги должны уже поступать, средства какие-то. Я такая пошла, опять посмотрела. А я же на телефоне все, я уже ноутбук давно не включала. Думаю, пойду с ноутбука посмотрю. А там на ноутбуке видно то, чего не видно в телефоне. То есть это надпись только в ноутбуке, только в компьютере, короче. И я смотрю, ваши видео не были одобрены. Я такая, вау. И главное, еще у них особо вот это вот, как, что они хотят, как оно должно было бы быть, что как мотивировать на покупку людей, там ничего особенного нету, никаких критериев. Мне тут предлагают, типа, обучиться за $90. Я бы рада, но у меня нет лишних $90. Ну, как бы, можно было бы, нет, не то чтобы я, как бы это сказать. То, что можно сделать самому, я так посчитала, зачем за это платить, как бы вот так. Лишних денег прямо так раскидываться, что-то я знаю, может быть, ну, стоило бы, это наш знакомый, он как бы предлагал, и я бы, говорю, заплатил, но мне почему-то казалось, что я сама сам всем могу разобраться, тем более я уже на Amazon давала скидки, ой, ссылки, и некоторой степени я уже там что-то делала, зарабатывала, ну, немного, но все-таки. А это другой, как бы, совсем другой тип заработка, и на него я должна была получить аппрув и одобрение. И там, смотрю, мне были одобрены. Я давай искать, думаю, как же это. Второе, посмотрите, а первое видео много кинули, короче, туда. Я кинула, мы поснимали с Евой. И потом читаю, что нужно 3, не больше. Я выложила 3 второй раз. И тоже что-то, я говорю, непонятно у них там в описании, что они хотят, как конкретно должно быть выглядеть это видео. Нет такого ничего. Я посмотрела на Amazon, как бы, какие, в принципе, видео у них. Потом стало это самое. Ну, короче, второй тоже не апрув. Мы так и не поняли, почему. А, потому что я те же самые видео, только 3 выложила. И с третьего раза, потом уже третий раз, это последний, как говорится, ну, если третий раз не добрят, то все уже. Как бы ты не квалифицирован на такой этот. И я уже более основательно, обстоятельно, и мне прошло достаточно времени. Помните, когда я вам говорила тоже? Ну, месяц, наверное, прошел. Я все не то, чтобы не решалась, я обдумывала, готовилась тщательно к этому шагу, смотрела американских блогеров, которые тоже так работают, как Amazon Influencer.
Ой, ладно, не буду тут этот своим акцентом щеголять. Вот, и это самое. И почитала их комментарии, и посмотрела, и послушала. И пошло, и дошло до меня, что ну, конкретно нужно, как конкретные советы нашла. И их исправила, прям написала сценарий. Все, в принципе, хорошо у меня так, ну, сценарий этот. Еве дала на редакцию. Она как бы там все, говорит, мама, все хорошо. Там, может быть, некоторые такие, как бы, как американцы говорят. Ну, так вот, можно было бы вот так сформулировать. Я говорю, окей, Еве на рецензию, как сказать. Вот, и потом выставила свет, выставила камеру, чтобы не камерой ходить, а камера, чтобы была статично, как сказать. И все поставила, микрофончик подключила. Микрофончик, кстати, звук такой. Я все забываю, надо бы мне тоже вот так. А я снимаю здесь, видите, домашние влоги, они такие. Что вижу, то пою, и, как говорится, включила. Вот, сейчас расскажу я вам, как подружки, знаете. Я иногда, вчера подружке рассказываю, голосовое включила, положила где-то телефон, хожу, что-то говорю, рассказываю. Потом такая, Лариса, где телефон, где ты у меня? Я тебя потеряла, по дому что-то делаю здесь на кухне. Потеряла телефон, кому я рассказываю все это? Вот рассказываю, вот это. Потом такая, где же телефон? Ну, может, она меня уже не слышит, где я его оставила? Может быть, в ванну пошла, там оставила. Потом нашла среди этих. И вот так же я это сам включила, просто рассказываю, уже не до микрофона. А то потом мне энтузиазм, как говорится, и все. И вот. И где-то в субботу прошлую, по-моему, я... Да, в прошлую субботу я выложила эти видео. А, и надо сказать, что я все сделала эти... План, ну, то есть не план даже, а сценарий, то что сказать нужно конкретно об этой вещи, что я о ней думаю, как она мне нравится, ты. И Еве дала, Еве микрофон. И, короче, я показываю, вы можете зайти на нашу страницу, заходите, подписывайтесь там на Amazon. И если что-то вам понравится, смотрите наши листы и, может, тоже закажете. И вам хорошо, вы какую-то идею для себя найдете там, для дома, для быта и так далее. А и нам, если вы через наш этот закажете, то там нам тоже польза будет. Вот. Так вы нам какую-то тоже помощь, ну, помощь, поддержку окажете. Вот. Потому что развиваться нам надо в этой сфере. Ну, в принципе, неплохая возможность. Будем стараться. Понятное дело, что рассчитано на американскую аудиторию, на англоговорящих. Вот, поэтому там все на английском языке. Может, кому-то английский нужно подтянуть. Заходите, смотрите эти короткие видео о каких-то товарах, которых мы когда-то давно покупали или сейчас покупаем. В общем, будут разные видео. Тем более, если когда-то давно покупали, это еще даже лучше, потому что время прошло. И у нас есть что сказать по прошествии времени, там... все ли в порядке с вещью за это время. Вот, испортилась, сломалась ли, не сломалась ли, или там как новая. Вот, у нас, в частности, было видео про эти вот... кстати, три видео, которые первые, которые должны были одобрить, я постаралась подумать такие, которые, ну, самые легче сделать, в общем, чтобы не... Большая вещь, объемная, как, например, картина большая, а небольшая, чтобы на столе показывать руки. Короче, руки были мои, я все показывала, а Ева с микрофончиком по моему сценарию все говорила. Потому что ее акцент, понятное дело, она приехала очень маленькая, и для нее английский уже как родной, хотя и по-русски она хорошо говорит. Но все же этот ее легче понять. Я могу то же самое, что я составила сценарий по-английски, я могу это сказать. Но это не то же самое будет, что Ева скажет. Потому что с ее американским акцентом легче понять, легче воспринимать. И поэтому мы так решили. И ей интересно это тоже какую-то денежку зарабатывать. Вот. Мы, в частности, вот про вот эти вот силиконовые маты. Подставочки под горячие. Вот.
Я показывала, Ева говорила. И вот и выложили. И четверг... О, подожди. Там написано, что обычно занимает 2 дня рабочих на рассмотрении. Но мне где-то сразу я слышала, короче, многие говорят, что не рассчитывайте на 2 дня, где-то 5 дней минимум. Но я все равно каждый день заходила, смотрела апдейт. Есть ли какая-то информация для меня? Одобрят, не одобрят? Потому что это 3-й раз, и такой решающий был. И потом раз, уже вчера, это четверг был. Вот представьте, сколько дней с субботы по четверг. Но если рабочие дни только считать, то 4 дня. А если с этими, то почти 6, почти неделя. Вот, и вчера такая просыпаюсь, утром еще ничего не это самое. Я его в школу провожала, после школы прихожу, нажимаю, обновить страницы, и там такое окошечко у меня. Congratulations, мы вас поздравляем, вы были одобрены на эту программу для дополнительного заработка, как Amazon Influencer и так далее. И я такая, вау, класс, Виталику сразу, он аж ехал на траке и захлопал мне, я говорю, держи руль. Он такой, я так рад, что ты это у тебя получилось. Я говорю, да, я сама рада. Вот, так что заходите на Amazon страницу нашу. Смотрите, что у нас там, фоточки, ссылочки и видео. Будем выкладывать каждый день примерно по 3 видео. Пока у нас не закончатся те товары, которые мы... Но у меня там в списке за эти года много чего с Амазона куплено. Поэтому у нас работы хватит, а потом постепенно будем то, что будем покупать, потом новенькие товары тоже на них будем делать. А вы для себя, говорю, что-то, может быть, найдете. Вдруг у нас есть то, что вам прям срочно надо. Вдруг мы заказали то, что вам не помешает тоже в быту или в жизни вообще. Одежда так есть кое-какая. Обувь, да, обувь есть. И для дома... Потом supplements всякие, там добавочки. Ну, в общем, все. Много чего на Амазоне заказано и заказываем. Ну, все. Пока-пока. Заходите, подписывайтесь и вообще поглядывайте. И есть группа в Фейсбуке, тоже оставлю здесь. Группа в Фейсбуке. Amazon. Так она называется, Amazon Influencer. И там тоже я эти видео кидаю. Тоже заходите, смотрите. Они коротенькие, на английском языке и о каком-то конкретном товаре с Amazon. Все, если любите тоже делать покупочки, давайте. Все, пока-пока. Бай-бай. Хорошего настроения всем.